Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, с вами сегодня Анюта, и мне пришла огромная посылка с Алиэкспресс, с отдельного магазинчика под названием Talever, не знаю, как его правильно произносить. У них достаточно большой выбор одежды, и они мне предложили выбрать оттуда вещи, что я, собственно говоря, сделала, и сейчас я поделюсь с вами. Это будут покупочки в основном летние, но здесь есть некоторые вещи такие более-менее теплые. А все почему? Все потому, что я делала заказ еще весной, и, как вы знаете, Алиэкспресс иногда доставляет очень-очень долго, поэтому пришли мне покупочки эти только сейчас летом. Как всегда, все ссылочки на вещи я оставлю внизу в описании, поэтому если вам что-то понравится, обязательно переходите. Начнем мы, наверное, с моей самой любимой вещи, которая мне больше всего понравилась. Это такой комбинезон. Ромпер их еще правильно называют. А сразу извиняюсь за звуки скрипки, потому что у меня не было другого времени, чтобы снять это видео. И сейчас здесь проходит урок, поэтому сори. Это комбинезон-ромпер. Он довольно-таки длинный, но не до пола. Летний, легкий, из натуральных материалов. Он хлопковый, но минус хлопка в том, что он, конечно же, мнется. Только вы его погладили, сели, он уже мятый. Но, в принципе, это не сильно видно. И комбинезон действительно крутой. Сзади у него большой вырез на спине. И есть такой золотой замочек. Как по мне, он сел очень круто. Не знаю, мне безумно нравится. Его можно носить как casual, также можно его носить и с каблуками. И сделать из него какой-то более такой интересный образ. В общем, на все случаи жизни, летом в самый раз. Следующая вещь — это нежно-розовый пиджак. Обожаю этот цвет, вот это вот мой самый любимый оттенок розового. Единственная проблема, я его не смогла погладить. Я пыталась это сделать пароотпаривателем, но у меня не вышло. А утюгом погладить не могу, потому что у меня нет гладильной доски на данный момент. Поэтому пока что он в таком виде, но скоро я его отглажу, не переживайте. Очень такой плотный, хорошенький пиджак. Качество просто обалденное, без ниток, без всего. Видно, что он действительно качественный. Я в восторге с этого цвета. Сидит круто, он удлиненный. Я обожаю удлиненные пиджаки. Не люблю, когда они короткие, потому что, мне кажется, это мне не очень подходит. Просто как дополнить любой образ будет идеально. Ну и также и на прохладные вечера, к примеру. И также у него рукава, кстати, укороченные. Хотелось бы, конечно, длинные, но эти тоже смотрятся неплохо. Почему так резко потемнело, где солнышко? Следующее платье довольно-таки официальное, и в нем слишком жарко летом, поэтому его нужно носить в прохладную погоду. Оно такое коротенькое, черно-белое, в вертикальную полосочку необычную на пуговках спереди. И оно внизу укорочено, а сзади удлиненное. И также сзади есть необычная деталь. Это как бы вот такой поясок, соединенный большим металлическим кольцом, что позволяет как-то показать, что у вас все-таки есть талия, потому что платье сделано супер прямым, не приталенным, но вот этот поясок спасает всю ситуацию. Идем дальше, и у нас опять платье красного такого винного цвета и с белыми цветочками. Оно по мне такое нежное, у меня уже были в нем фотографии, кстати. Вы можете посмотреть их в инстаграме, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Я от этого платья в восторге, оно такое нежное, такое приятное, какое-то летящее. Спереди у него есть такие длинные завязочки и также резинка на талии, которая подчеркивает ее. Не знаю, я в восторге с этого платья, оно мне безумно понравилось. Идем дальше, и я заказала вот такую вот рубашку молочного цвета, и как мне кажется, это какая-то расцветка Gucci. У нее на рукавах есть такие полоски красно-зеленые, также пуговички, очень красивый элемент. И самая главная деталь, которая отличает эту блузку от многих других, то, что у нее есть как бы такой бантик, который вы можете завязать на шее, но вы можете завязать как бантик, а можете сделать как галстук. Но эта деталь, как по мне, очень яркая, и она круто украшает эту рубашку. И эти полоски красно-зеленые очень как-то хорошо сочетаются с волосами. В общем, в целом рубашка тоже классная, легенькая, и единственное, что она снизу слишком широкая, то есть она не приталенная, поэтому ее лучше куда-либо заправлять, либо же носить с какими-то штанами в обтяжку, чтобы это не было как балахон. Идем дальше, и у нас на очереди платье. Очень странное платье, я почему-то ожидала чего-то другого, чего-то более легкого и летнего. Вот такое вот платье, оно серебристое, с черными полосочками, снизу есть вот такая вот бахрома. Также она есть на верхней части платья, и к нему идет черный пояс. Не знаю, как по мне, это слишком такой какой-то тяжелый вариант, конечно, не летний и не дневной совсем, но на вечер с туфельками, я думаю, что будет смотреться неплохо. Идем дальше, и следующее платье, на которое я очень рассчитывала, но оно меня немного подвело. Оно черное и с такими же цветами, как у предыдущего красного платьюшка. Такой летний, легенький сарафанчик, на пуговицах до самого пола. Здесь есть карманы, такое легкое, красивое платье, но проблема в чем? Проблема в размере. Все вещи, которые я заказала,
размер S, но у этого продавца не все как у обычных китайских продавцов. То, что вы знаете, китайские вещи обычно маломерят, приходится что-то заказывать большего размера, но не тут-то было. Если вы видите где-то XS-ку, и вы такая же, как я, или же меньше, то заказывайте XS-ку, потому что это платье S, и оно мне просто нереально огромное. В принципе, все другие вещи, они мне как раз. Из-за того, что я высокая, это все как-то так уравновешивается, и мне идеально подходит. Но с вот этим платьем так не получилось, и оно мне очень широкое. Единственный вариант его либо ушивать, либо же подарить маме. Поэтому я думаю, подарю его маме. Также я заказала себе юбку, и она рассчитана уже на осеннее время, потому что для лета этот цвет как-то не очень подходит. Вот такая обалденная юбочка, и это единственная вещь, которую я заказала в размере M. Ну и в принципе пожалела, потому что я думала, что она будет мало мерить мне. В целом юбка очень классная, у нее обалденный материал. Она такая мягкая, ее хочется трогать и трогать. Она сделана как бы под замшу, но это что-то очень такое мягкое и бархатное. И выполнено все супер качественно. Ну и конечно же здесь есть такая красивая деталь, как шнуровка по бокам юбочки. К этой юбочке, ну не только к этой юбочке, у меня есть блузочка. Да, я люблю рюши, если честно. Поэтому тот тренд, который сейчас зашел с рюшами и со всем этим, мне, конечно же, нравится. И я заказала белую блузку. У нее крутые длинные рукава, потому что мне обычно рукава короткие, но здесь рукава как раз по мне. Золотые пуговицы есть как на рукавах, так же и спереди. Такой воротничок с рюшечками. Очень легенькая белая блузочка, как по мне, она такая нежнейшая, какая-то блузка принцессы, я не знаю, но я от нее тоже в восторге. И последняя вещь с этого сайта, это еще одно платье. Платье обалденное. Я обожаю полоску, а полоску бело-голубую я обожаю вдвойне. Поэтому я заказала там такое платье красивое. Оно длинное, практически в пол. Довольно-таки легкое, но не просвечивается, потому что снизу есть подклад, чтобы не было видно ваше нижнее белье. И сзади у него довольно-таки открытая спина и есть завязки. Я в нем уже гуляла на океане. И, по-моему, это идеальный вариант для океана, для моря. Что-то вот такое вот в морском стиле, что-то связанное с водой, надеть соломенную шляпу, босоножки, и получится у вас прекрасный летний образ. Далее мне пришли сумки с AliExpress. Две сумки я заказала, и все они в одной такой тональности. Магазин называется Lulan. Lulan Pants как-то так. У них вот такой вот лейбл с кошечкой, с черной. Это очень мило, особенно для меня, для любительницы котов, и вообще любых животных. А этот лейбл у них прописан везде. И также, когда мне пришла коробка, коробка была тоже вся с этими лейблами, то есть все то как будто бы фирменное. И качество, честно скажу, не могу ручаться за все, но за те две сумки, которые я заказала, качество обалденное. Ничего не воняло, ничего нигде не торчало, и все сделано по высшему классу. Я вам говорю сейчас честно, я всегда говорю честные отзывы, если мне что-то не нравится, мне это не нравится, я вам это говорю. В общем, заказала я, как вы видите, вот такой вот белый рюкзачок с розовыми нежными вставками. Хочу взять его с собой в поездку, так как он подходит под многие аутфиты, он такой нейтральный, поэтому его легко совсем сочетать, ну и с рюкзаком удобно путешествовать. Приятненький, здесь есть везде вот эта голова кошки, какие-то узоры, передний карманчик, а сзади два ремешка, чтобы носить его на плечах, и их можно регулировать. И внутри, помимо одного большого отдела, есть еще два маленьких, и что самое интересное, я вам хотела показать, я его еще не носила, но я уже в него начала складывать вещи. Здесь был запасной ремешок, то есть если что-то с одним из этих случится, то вы можете воспользоваться вторым запасным. И также они сюда положили что-то странное. Это какая-то трава. По-моему, они наркодилеры. Здесь написано, что это sweet grass, в переводе сладкая трава. Нарисовано какое-то растение, похожее на мяту, кстати. По идее, это можно посадить, но меня что смущает, что сзади нарисован ржущий смайлик. Что бы это могло значить? И вторая сумочка необычная, я думаю, что она немногим понравится. А я как-то тоже не особо любитель таких сумок, но я решила поэкспериментировать и попробовать, понравится ли мне с ней ходить или нет. В общем, это тоже рюкзачок, на самом деле, с такими же нежно-розовыми вставочками, но там на сайте есть большой выбор разных сумок, это я просто выбрала именно такую цветовую гамму, потому что это мои любимые цвета. В общем, она как бы прозрачная и похожа на что-то, знаете, как вот раньше были детские наборы с куклами, и куклы обычно были вот в таких вот сумках лежали. Я их всегда раньше собирала, что-то в них складывала, какие-то игрушки, но вот ассоциируется у меня этот материал с детства. Здесь также есть их лейбл, и сделано это все в виде такого школьного, знаете, советского рюкзачка. Открываем, и суть этой прозрачной сумки в том, что внутри непрозрачная, то есть все-таки вы можете спокойно хранить свои там деньги, какие-то личные вещи, и этого никто
не увидит. Вот такая вот необычная сумка. От нее есть небольшой запах пластика, но оно и очевидно, потому что вот это все это же пластик. Вот такой вот у меня был заказ. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего и нравятся ли вам такие видео. Все ссылочки на вещи внизу в описании. Всем большое спасибо, что вы посмотрели это видео. Ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии. И всем пока-пока.